Добрый день, добрый ранок, дорогие братья и сестры. Мы рады приветствовать вас. Сегодня у нас первый день лютого. Это говорит о том, что опа, стоим, ждем, не ругаться. Там впереди у нас пешеходный переход. Так, давайте быстрее. Ну что скажу, сегодня первый день лютого, мы едем раздача хлеба пенсионерам. Сегодня Бог благословит нас через наших возлюбленных друзей Боднарев, город Абурн, штат Вашингтон. Семья Боднарев благословляет нас. Сестра Наталья и брат Михайло, дякую вам за вашу поддержку, поддержку. Сегодня сразу скажу, что мне помогает Татьяна Юрьевна, вот она. И заодно скажу, что, друзья, дуже-дуже холодно, мороз. Я не знаю, сколько градусов, но нормальный градус. Так что даже наши бабушки, я думаю, что они уже трошки позамерзли. Так, значит, мы зараз подъезжаем до места. Так вот, сегодня нас благословляет Андрей Таня Миранцев, тоже город Абурн, штат Вашингтон. Вот наши бабушки, они уже померзли трошки. Мы будем стараться быстренько, друзья, потому что холодно. Я удивляюсь, как они замерзли и не могут дождаться до 11 часов. Вот такое дело, друзья. Так что майте на увазе, что у нас собрание сегодня будет трошки скорочено. Ну, сколько стигнем раздать хлеб. Так что, такое дело. Так, Татьяна Юрьевна, берем камеру обережно и выходим по-хорошему. Витаю вас! Так, добрый дня вам, доброго понедельника, Божьих благословен. Сегодня погода, как видите, такая, ну, то, что треба. Сразу видно, что зима. Зима, так что я рукавицы одеваю, вы все рукавицы? Почти. У кого немає, передайте тем, что... Что маю, одни рукавицы. Хорошо, друзья, добрый. Мы будем долго задерживаться, будем быстро раздавать и с миром Божьим. Добрый, дякую. Будем биться. Сразу напоминаю, что сегодняшнюю акцию проводим благодаря пожертвованию семьи Боднарев, штат Вашингтон, город Абурн. Также Андрей и Таня Миранцев, тоже штат Вашингтон, город Абурн. Благодаря их пожертвованию сегодня мы имеем такое служение. Раздаем хлеб пенсионерам бескоштовно. Так что иногда первый раз люди подходят, я кричу, подходим, берем бескоштовно. Нет, придут и святают, а почем все-таки? Ну, людям не верится. Але вы верите, что бескоштовно? Ну, нам, за 4 да, а года мне... уже поверили, ясно. Не, нам да. Хорошо, друзья, добре. Мы будем благодарить и просить Бога, чтобы Бог благословил. Сегодня мне помогает наша соратница Татьяна Юрьевна, правильно? Ваша Тамара Степановна себе уже записывает, все знает. Хорошо, будем молиться и просить Бога, хай Бог благословит. Звертаемся до нашего Бога. Многомилостивый Отец, мы Тебя сердечно благодарим, Боже. Мы дякуем, что Ты есть с нами, дякуем Тебе ранок, что Ты подарил нам, нашим братам, сестрам. Нашим пенсионерам, Боже, благодарим Тебе. Також дякуем за наших спонсоров, семьи Боднарев, Миранцев, Господь. Мы дякуем, Господи, что Ты благословляешь нас, Боже, и даешь нам возможность проводить это служение. Також благослови Тамару Степановну, Татьяну Юрьевну при раздаче. Дай устройство, Господи, и прославься наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах. Нехай святится имя Твое, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава во віки. Амінь. Хорошо, друзі, добре? А ще скажу, друзі, що ми повинні особисто знати Господа. Ні на слишках, ні там, що хто сказав, хто розказав. Але недавно я слышав таку трогательну історію. Кажуть, когда Господь приходит, ну, когда человек пришел, Бог пришел до человека и каже, чи ты знаешь Иисуса? Он говорит, да, конечно, я знаю, я проповедую про Него, рассказываю Ему про Него, там и то, и другое, хорошо. Другой приходит, чи ты знаешь Иисуса? Да, знаю, я пою для Него песни, я был в храме, я там, хорошо, проходит. Підходить бабушка, каже, чи ти знаєш Ісуса? Вона каже, Господи, хто тебе не знає? Знаєте, буває так, що ми типу знаємо, а нічого не знаємо. Дай Боже, щоб ви особисто знали Господа і жили з Господом, і служили Йому. Скільки Бог нам подарує життя. Добре, зараз підходимо до машини і починаємо роздачу хліба для вам, для вас. Все. Так, закрыто, Татьяна, не ломаем. Так. Открываем. Хлеб на месте, есть, цветные. Благодарим предприятие пасечника за смачные хлеби, какие нам они дают. Так, оперативно подходим, берем. Так, це для наших курей привезли. Привезли такі сумки. Так що у нас, дорогі друзі, благодійний фонд «Відяга» працює. Так що, як ви вже вам відомо, колишня міська влада нас вигнала на вулицю. 10 лет мы кормили бездомных людей, 10 лет мы занимались, 24 человека жили у нас, але все-таки эти люди считали, что бездомные должны жить на улице. Они так решили, они взяли, выкинули этих людей на улицу, закрыли наш фонд. Это был знак благодарности колишней влады. Теперешняя влада пока молчит, пока посмотрим. Может, Бог расположит их на сердце, они помогут нам. Пока этот вопрос открытый. Хотелось бы верить, чтобы все знали, что то, что мы имеем, это все тимчасово. Але то, что приобретем, это жизнь вечная, это вечная, и дела идут за нами. Да поможет нам всем Бог, да с мудростью и разумением. Так, все, пенсионеры. Да, фонды закрыли, помещение закрыли, но служение никто не может закрыть. Потому что служение, когда человек хочет что-то сделать, он обязательно все делает. Есть силы, которые готовы закрыть, заборонить. Это их призвание. Они не зацикавлены на Божьи дела, на добрые дела. У них задача один, они сами. Это такие люди, категории людей, которые кроме себя никого не хочет бачити, альтернативы. Они все считают, это для них это конкуренты, их надо уничтожить. Это такие диатрефы, которые иначе голову ничего не лезет. Але нам все равно. Хай если кто что хочет подумает, наша задача, когда бабушки берут хлеба. Что там, отримали хлеба? Да, на здоровье, хорошо, хай Бог благословит.
І вам так само. Для нас це... Для нас це найкраще, краще, коли ці люди задоволені, коли ці люди беруть булку хліба і радісно. Так, не задержуйте. Скажу, друзі, що дуже холодно, дуже холодно, у мене пальці вже замерзли, так що я рукавиці одягаю і теж рукавиці холодно. Ну, може рукавиці не такі теплі, аж, ну, що зробиш. Так що... Зараз Тетяна Юрівна справляється, залишилося трошки. От, ще немножко. Не знаю, ходить, не ходить. Посмотрим. Ну що, дорогі, жизнь продовжується. Ми не унываем. Ми благодарим Господа за все милості Божі. Дякуємо, що Господь є з нами. Бог благословить нас, допомагає. Хай Бог благословить. От бачите, брат Тарас, син, поставив от ці куби. Христос відповідь. Кстати, ми вже зараз в офісі трудиться. Я бачив одну служильник, як вони зганяють бесів, як люди дійсно там таке відбувається. Так що, брат, хай тебе Бог благословить твоє служіння. Так, а у нас, друзі, добре, у нас вже мало що закінчиться, тому холодно, у мене уші замерзли, руки замерзли, так що я на цьому буду закінчувати. От бачите, їхні не спізнись стримати. Отримати спасіння від Ісуса, хоча Христос відповідь, це їхня реклама там зверху. Добре, на цьому закінчуємо служіння, це було служіння фонду «Відвага». Да, ну, що вони не знали, ви їм не казали? Я казала, але... Так що, добре, друзі, так на цьому вже, вибачте, не хватило хліба, так що до побачення, хай Бог благословить. Буде з вами Тетяна Шур, я сам Алкасян, саме найкраще, з миром Божим.